Более 100 культурных событий организуют в этом году 15 мая в рамках акции «Ночь музеев». Чтобы жители и гости Самары не пропустили ничего интересного и узнали, какая программа идет на каждой площадке, в центре города оборудовали информационный центр. Это первый раз в этой акции мы делаем такую специфическую застройку. Во-первых, именно здесь могут люди получить бесплатные карты «Ночи в музеев». Здесь волонтеры и другие специалисты будут рассказывать, ориентировать горожан о том, куда можно будет сходить, потому что, конечно, сориентироваться в таком обилии программ достаточно тяжело обычному горожанину. Информационный центр будет работать на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской в пятницу с 15 до 20 часов и в субботу с 12 часов до полуночи. А пока завершается строительство централизованной информплощадки, волонтеры уже приступили к работе. Все больше и больше люди вовлечены в эту акцию, тем более в этом году она очень расширенная, то есть огромное количество нововведений, огромное количество каких-то новых мастер-классов, активности и так далее. И даже сейчас уже, за несколько дней до мероприятия, люди интересуются, спрашивают программки. В акции примут участие 150 добровольцев. Они будут работать в пятницу и в субботу на всех площадках, в музеях и в самом информцентре. Мы очень рады, что в этом году музеи наконец-то распахнут свои двери, наконец-то выйдут немножечко из онлайна. Мы рады увидеть лица горожан. Мы соскучились по всем. Мы всем будем очень рады, поэтому обязательно приходите. Всю информацию о «Ночи музеев» можно также узнать на официальном сайте администрации города и на официальном сайте «Самара ГИС». Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.